Это один из 12 важнейших христианских праздников. Он связан с событием земной жизни Иисуса Христа, его крещением, которое совершил в реке Иордан пророк Иоанн Предтеча. Главное для православного христианина в этот праздник крещения Господне – побывать в храме на богослужении, возможности поучаствовать в таинстве исповеди, причастия, освятившую воду крещенскую взять домой для своих родных, для близких. Несмотря на будний день в церкви Матроны Московской, десятки верующих. Они ставят свечи, благодарят и просят каждый о своем. Валентина часто посещает это место. Уверена, что искренняя молитва в этот день непременно будет услышана. Главное – просить Господа от чистого сердца. Господь Бог тогда помогает. Не только мне конкретно, но и всей моей семье, близким. В радости и в горе мы всегда должны приходить в храм, молиться и благодарить Господа за все его благодеяния, за все то, что он делает для нас. По словам прихожан, в церкви в праздник Крещения особенная атмосфера. У меня просто какой-то, вот знаете, полет какой-то. В душе так хорошо, светло, радостно. В храме всегда так. Заряжаешься только положительно. Сразу после окончания службы священник совершил чин освящения воды. После обряда происходит окропление алтаря церкви и верующих, которые ждут этого момента с нетерпением. В храме по традиции христиане набирают освященную воду. По словам верующих, она обладает особенной благодатной силой. Вода не портится и хранится в течение всего года. Хранить воду рекомендуется дома, желательно возле икон. Пить ее лучше с утра натощак или вечером перед сном. Ксения Баканова, Константин Головин. События.